балалайки наперевес и вперед в мультимедийное шоу. Опера «Версус Рок», новое дело рук «Бисквит Бенд». Одна из лучших кроссовер-групп и солисты Мариинского театра объединились, чтобы на основе популярной классики и рок-хитов создать нечто новое и очень эмоциональное. Мы сделали много открытий, когда русская народная музыка сочетается, допустим, там «Полюшка Поля» сочетается с «Нирваной», да? И на самом деле, когда мы делали «Эй, ухнем», по мотивам глазуновской поэмы, симфонической поэмы «Степан Разин», то именно там присутствуют рифы, которые были взяты за основу в «Пиратах Карибского моря». Услышав, на что способны народные инструменты, и мастера бельканто, соединенные в причудливых аранжировках Андрея Антипова, молодые слушатели влюбляются и в фолк, и в классику, и в рок разом, уверяют артисты по опыту прежних проектов. У нас такие уже были истории, когда люди слушали, говорили: «Ой, мы никогда не слышали оперные голоса, это так здорово звучит, так красиво. Вот мы бы хотели сходить на спектакль». И люди приобщаются таким образом более классической музыке. Моцарт, Чайковский, Мусоргский, Рахманинов, Металлика, Queen, Deep Purple, Sting, Nirvana. Это и многое другое в премьере мультимедийного шоу «Опера против рока» 21 января в Колизее. Анастасия Томила, Алла Васильева, Даниил Кушниревич, Владимир Пивнев, Первый канал, Петербург.